Всем привет, ребят, с вами я, Облачко. Сегодня я буду играть в игру, которую вы, короче, не ждете. Да, это те самые танчики. Но не обычные, а кое-какие. Другие. Да, как вы поняли, это Нюс. Да, в этом Нюсе даже ничего не придется делать. Когда вот это зайдете, у вас сразу будет открыть вот это. Вот это дура. Ну, обратных вы не можете заработать. На этот всех купить. Я, кстати, мечтал испытать некоторых, которых я не испытывал в этой игре. Погнали с ботом играть. Блин, бот. А, хотя да, я даже бот, что удивляюсь. Боты всегда все могут. Не, пока что я за ребят сохраню. Пока что вот это. Неплохо так ему снес, то есть боту. Офигеть, ну да, это ж бот. Валим, валим. Все, ребят, мы сейчас его должны кокнуть. Блин, коровка бедненькая. Хацера умирает. Самая тупая поза. Ну, ребят, ну придется мне вот так вот. Офигеть. Я буду могу. Офигеть, ребят, ну я... У меня же... Кстати, ребят. Я вам сегодня покажу, как... Вот это есть. Я вам могу сказать, но... Но не буду говорить, вы сами должны догадаться. Короче, ребят, могу сказать прямо сейчас. Короче, вот просто нажимаешь на танчик, и он стреляет. Офигеть, не, ну на такое большое расстояние я не согласен. Ну что, ребят, ну это же... Вот, вот вы видите, я прям только своему снес 10 хп здесь. Я бы... Ребята, вам ничего не напомнили? Нет, напомнили, знаете что? Когда бомбили чайно перепутал пушку. Читер! Папирус, едите, папирус, между нами хаос. Мы устраиваем хаос. Гала, эй. Я папирус. Ой, блин, я не попал. Давай, ты... Главное, ребят, чтобы он поближе подошел, я испытал коробочек вот этот. Не попади. Читер, ну сейчас я тебе покажу. Пельмешку. Что это делает? Огонь ему хп будет сносить. Тихо. Так вот я падаю, Алёша, это иду, чтобы не мешать ему гореть. О, ес, ребята, он урончик получает. Не выходи, не выходи, пожалуйста. Красава. Не, а чё, ребят, не, ну чисто дурак. Я ему сказал не выходи, а он не вышел. Та. Понимаете, ребят? Та. Та-ра-ра-ра. Быстрее. Яс, я убил этого дурака. Если кто не понял, то вот с этим убираем любого танчика. Что-то тут кто закрыт и нажимай с ним.
Когда он ваш пуляет? Кстати, тут можно и закрытыми также. Так, ребят, ну я тут естественно не попаду, а так я попаду. А что, ребят, ну скажите, за что меткий бы снайпер был точно такой. Ой-ой-ой. Хорошо, 5 хп снялся и вот столько хп, ребят, снялся. Валим на валике. Я же не туда хотел. Валим, давай, пуляй. Неплохо, ребят. Когда воздушный шар вот эта коробка прилетит? Не, ну ч... Нянютели, кай, нянька, рикотень. Нянюти. Мне еще хана, да? Нет, мне не хана. Я съел выиграть сразу же. То есть, ребят, следующий ролик будет, как можно установить нос любую. Ребят, я ни разу не играл за вот эту танчик. Я, по-моему, даже, ребят, в игре не играл. Ой, ребят. Сейчас, ребят, я выйду. Сейчас, ребят, я уточку быстренько. Вот, ребят, уточка пришла. Познакомься. Привет, два, что ты тут играешь? Танчики. Сколько это нюлс? Да. Все вы, ребят, с меня уточка. А давай на один на один. Ну, ты на это уже говорил, ну давай. Так, ты первый. Так, ну я... У тебя все есть? Ну да. Мне почему-то больше всех нравится вот этот вот. Ну выбирай. Ой, извиняюсь. И теперь я выбираю. Погнали! Первый ты стреляешь. То, что у тебя первый Коннор появился. Ой, секунду. Че, с управлением не разбираешь? Так, сейчас. Главное, я целюсь. Главное, меня попади. Да я знаю правила этой. Я в тебя не верю. Нет! Крыса, а я еще. А, ты поближе, естественно, подъезжаешь. Вот ты самая настоящая крыса. Я как Я вообще-то не подъезжал я к тебе. Я как Кобяков. Давай. Я вообще-то не подъезжал. Патроны читерские. То что, поменять можно? Ну да. Нажимаешь. Вау. Ну, я хочу вот это вот. Стой, не это. Ты в меня так не попадешь. Потому что ты не поедешь. Блин, я вообще не люблю ехать в этой... Тихо. О! Ты что, меня попаешь? Ты сейчас... Я в тебя тоже могу попасть. Блин, не, ну вот этим патрончиком я до тебя не достану. А вот этим достану? Нет. Вот этим хочу пульнуть. Ну, пуляй. Хотя не этим. Вот этим хочу. Не это... А это что такое? А это что? Не, вот этим мне что-то больше нравится. Хочу пульнуть. Я в тебя верю. Победа! Ну, красавчик. Все, я пошел. Окей. Развлекайся. Окей. Ну что ж, ребят. Гляньте. Сейчас все застыло. Ну что ж, ребята, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.
И ставьте колокольчики, чтобы получить уведомления о моих новых роликах. Всем пока!